Здравствуйте, всем привет. Вот я Сосо. Вы, наверное, по голосу меня узнали. Сегодня я решил погонять голубей. Весна наступила, 9 марта. И начало сезона гон. Я поздравляю всех с этим датом. И будем гонять голубей. Как получится? Вы сами отлично знаете, что у меня место маленькое, как я летом их закрыл, больше не выпускал. Мои голуби даже круг не могут дать маленькую. Валерий у меня маленький. Они только спускаются вниз и поднимаются. Но все равно, что получится, посмотрим. Это не показатели гона, ребята. Я просто запущу голубей. Что получится, получается. Получится, но мне строго вы меня не судите. Показатель гон, когда я устрою, я обязательно вам сообщу об этом. Ну давай, сейчас я покажу голубей, которых я буду запускать, а потом буду поднимать. Да, да, вот они. Ты наверху с ними и внизу. Ну, здесь 9 штук. Пока у них все эти самцы здесь все. И эти голубки на яйцах сидят. Я не могу сейчас всех выгнать. И там есть некоторые экземпляры, с которыми я не могу рисковать. Они пока маленькие круги будут давать и потихоньку начнут подниматься. По-моему, да, так должно быть. Я их уже давно не гонял, и посмотрим. Необычно говорили, что внизу, что это сильно играет, у них лёта не будет. Вот эти все птицы. Когда гон начинаешь, когда гоняешь птицу, они уже сильно не бьют внизу. Хотят те, которые сильно внизу играют, это потому они играют сильно, что когда ты их не гоняешь, им хочется играть, и потому. Видите, которую я игру? Это приличие, пока мы с ним показывают, потому что они долго не летали. Не разучились, но все-таки их надо разганивать. Как разгоню, потом всю эту игру будут показывать. Сейчас я выгоню, у него сильная игра, она, по-моему, и будет забиваться, его при ветре надо разгонять, то он особенно когда какой-нибудь играет, ты его тоже. Вот хочу, ага. Ну ты камеру приблизительно это. Направила, да. Да, направляй, может будет снимать. Значит, получается, что линза надо на 300, наверное. Да. Она будет уже хорошо снимать. Уже лучше вот, будет, да, точно. Вот такой мне надо это. Вот я потому ты вам говорил, что мне надо сильная камера. Наташа. Вот пачка, которая там 5 штук, это отдельно они то, что точку ушли. Ты их снимаешь? Где они? Вон они. Выше их. А, выше ушли, да? Да, выше. Сейчас снимем. Ухватываешь. Они сейчас вообще покроют. Сейчас попробую. А ну пробуй. О, вообще не вижу, где они. Вот те 5 штук, все. Моментально они уже покроют. Ушли где-то высоко. Да. Вот надо на самом деле протестировать объектив. Вот те, которые ушли уже, 5 штук ушли, они покрылись. Если будем доставать, будет хорошо. Они решили здесь поиграть? Да, ты иногда внизу можешь снять, потом наверху снимешь. Ну. Вон они. Вон там, да, две. Не две. 5 штук. Это вижу, ага, очень высоко. Ой, я даже не знаю, камера возьмет или нет.
Вот она. Да-да-да, снимаю. Приземляется, да? Какие приземляются? Вот 5 штук, точки. Две штуки чуть ниже и еще один. Ты должна ловить, я тебя приучу к этому. Ребятам, чтобы я объяснил. Ребята, у меня жили муж и жена, молодые ребята. Гия, там, Вашакидзе, у него родители уехали рано. Раньше уехали, и он приехал с женой. Они у меня жили, потом съехали, и эти ребята занимаются этими делами. Как ваша профессия называется, Наташа? О, видеосъемка, фото. Фото и видеосъемки делают. Они в этом деле профессионалы. Я им попросил, она пришла и вот снимает. Потому что мне в комментариях пишут, это твоя дочка. Она мне как дочка. Весна приятна, да, хорошая погода. И это, дай бог, чтобы они сели, чтобы это хищник не забрал. А то жалко. Вот тут снимай. Вот сигой, который играет. А это что за порода, вот эти черные? Мы их называем черными жуками. Они есть и грузинские, и армавирские, и российские, в Владикавказе есть черные. Разные они цвета. В Средней Азии есть. Рябоголовыми они называют, мы их называем аргашами. Мне эта птица очень нравится. Очень красивая. Летает, потом взрывается вся пачка и сразу опять высоко уходят. Вот они как играть начинают. Это порода у них такая. Мы заодно проверяем камеру, как работает автофокус. Вот сейчас на этой камере. Конечно, автофокус. Конечно, получается, что гон у нас проверочный. Да, мы сейчас и должны пристреляться. Камера тоже проверяет. Который нормально будет снимать, мы будем знать. Который в дальнейшем будем заказывать ту камеру, которая хорошо будет ловить. Но это от фокуса тоже это зависит, от линзы. Попробуем вот так. Давай, камера, давай. Работай. Обычно знаешь, как было? Вот то, что я гонял. Ага. Штук 20-30, когда я их гонял, они летают, потом взрывается вся пачка и сразу опять высоко уходят. Вот они как играть начинают. Это порода у них такая. Им нравится сегодня летать. Потом как у тебя руки отдохнут, или сюда можешь положить. Потом сюда, наверх. Туда-сюда, туда-сюда. Туда-сюда снимай. Вот я снимаю, и один отделился опять с игрой, который начал играть сильно. Она и ушла, и ушла, и ушла. Потом я удивляюсь, что почему они не играют. Вот они слива видно. Я буду рад, чтобы ребята посмотрели, что игру какую показывает, если видно хорошо. Наверное, не будет его видно, если будет видно хорошо. Вот опять
это не легкий вариант. Я с камерами первый раз снимаю, мне Наташа это дала попробовать. Штатив или как-то называется, чем держишь. И эту надо приобрести и этим установить и так снимать. Искусство требует жертв, ребята. И у меня уже и шея болит, и руки устали, но... Мне один комментарщик написал, что мы здесь сидим у телевизора. Хороший парень, наверное, я его даже не знаю. Мы здесь сидим, ты трудишься, уходишь по деревням, лазаешь, упрашиваешь. Некоторые рот открывают, даже удивляются, как и съемки говорят. Они потихоньку начнут свечки давать. Второй, третий погоны уже в форму войдут. Я хочу, чтобы они сели, а то двоих я из яиц поднял. Самок. Это не хвастовство, ребята. Не к чему это. Большинство лохмоногие мои здесь летают. Мне хочется посадку снять. Наташа, может, ты это отойдешь, пусть сядут. Да, яйца, чтобы не остыли. Это, я хочу, чтобы они сели. Хорошо, это самое. Они смотрят аэродром. Да, посадку, если не дашь, не сядут. Надо разрешение давать. Да, ребята, игру еще не показывают они. Я все жду, я же знаю, что у них красивая игра во время посадки. Ну, наверное, дождемся. Летает уже 1:40 или сколько? 1.5-то точно, даже больше, мне кажется. Где они? Как они не устают столько летать, Сосо? Когда они в форму войдут, в форму, вот когда я молодежь, погоняю молодежь постоянно гоняется все лето. Они тогда уже такие результаты показывают, хорошие. То есть они еще дольше летают, да? И вот это снимаю. Сейчас посмотрим. Налетались. Вот ее снимай. Вот там снимай, туда ты. Они собрались вместе, да? Да, во время посадки. Ну, когда по-разному бывает. У них хорошее зрение у голубей. Да. Видят, что мы снимают, и это очередной заход у них.
Вот у соса здесь еще птички. За дом. Заиграл. Да? Нет? Садится, села. Какие кадры наверху были. 5 это я уже садилась. Ты почему все равно через ветки снимаешь? Все видно. Видно, да? Угу. Очень красиво. Там, высоко, 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 дальше, 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 то, что они садятся. Те, которые летают. Надо идти, ты еще лапу. Есть. Я поиграл. Это моя машинка. Вот Баба Яга. Вот. Баба Яга работает. Баба Яга. Есть. Смотри, я на машинке. Да, да, снимаем, снимаем. Наташа, види еще раз, сними, что они не садятся, мне уже все надоело. Мы уже заждались и просто не можем дождаться. Сколько времени прошло, мы не садились. Слушай, у меня никогда такого не было. Они... Отдохнем, я уже честно скажу. Они просто соскучились за зиму и я это... Я не знаю, в чем дело.
не садятся. Может, то, что мы снимаем. И... Ну, ребята, всем пока, до свидания, до новых встреч. Будем стараться почаще снимать, гонять голубей и еще лучшие кадры вам показывать. До свидания. Всем привет моим знакомым.